Минувшие выходные оказались очень напряженными для сотрудников служб спасения. На территории региона зарегистрировано 12 пожаров, 3 человека погибли. Труп женщины 1963 года обнаружили на пепелище собственного дома в городе Южа в субботу. Мужчина и ребенок погибли на пожаре в городе Шуя. Возгорание зафиксировано было в 5 утра в воскресенье. Площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 150 метров. На месте пожара было обнаружено труп мужчины 73-го года рождения и, к сожалению, погиб ребенок 8 лет. Создана следственная оперативная группа. Наиболее вероятная причина возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнем ребенка. По предварительной версии, данный гражданин, ребенок, стоял на учете в психоневрологическом диспансере в городе Шуя. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Еще одну человеческую жизнь в минувшие выходные унесла вода. Сообщение о тонущем мужчине поступило спасателям из деревни Высокого. Там в акватории Вязьмы и было найдено тело. На месте работала водолазная группа из 3 спасателей. Погибший мужчина 1965 года рождения, по версии очевидцев, был сильно пьян. Во-первых, очень глубоко и течение. У нас видимости же нет никакой. Вот, они сказали конкретно, вот здесь утонул, но немножко его поднесло, вот, и поэтому вот мы это не сразу нашли. В основном тонут пьяные и дети, потому что пьяному вообще лучше не лезть в воду. Вода вообще шуток не прощает, и пьяных она не любит. Поэтому тонут пьяные и дети. За 2 летних месяца только водолазы маневренно-поисковой группы областного управления по обеспечению защиты населения обнаружили 12 погибших на водоемах региона. Август обещает быть жарким, поэтому сезон спасения на воде не заканчивается. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.